От скачков электричества или внезапного исчезновения напряжения в сети никто не застрахован, кроме тех, у кого есть источники бесперебойного питания. Эти устройства не только могут стабильно питать компьютер от встроенного аккумулятора, но и сгладить просадки и скачки напряжения, которые могут навредить оборудованию. Сегодня на обзоре у нас бесперебойник BC750RS от компании APC by Schneider Electric. Выглядит просто и даже утилитарно. Небольшой черный кирпичик из пластика и металла. На корпусе минимум элементов, только логотип и кнопка питания. С ее помощью можно программировать бесперебойник, она же служит индикатором. Больше никаких кнопок и дисплеев на корпусе нет. Все необходимые разъемы находятся сзади. В нашей модели 4 стандартные розетки. 3 из них предназначены для защиты от скачков и для резервного питания. Четвертая розетка, расположенная чуть в стороне, только для защиты от скачков напряжения. Здесь же расположен автоматический выключатель и желтый ключ для подключения батареи. Обратите внимание, что не все источники бесперебойного питания сглаживают напряжение. Например, в нашей модели не предусмотрен IVR или, другими словами, стабилизатор напряжения. По характеристикам, это оптимальная модель для большинства пользователей. Максимальная мощность 415 Вт. Этого хватит для мощного ПК с топовым железом. Такой потребляет около 300 Вт с монитором 380. Вполне укладывается в доступные 415 Вт. Бесперебойник BC750RS – идеальное решение для малого бизнеса. К трем стандартным розеткам можно подключить компьютер с монитором или другое офисное оборудование. А четвертая розетка спасет чувствительные устройства от скачков напряжения. К слову, лазерные принтеры нельзя использовать вместе с ИБП. При отключении электричества бесперебойник будет питать ваше устройство от 5 до 17 минут. Все зависит от количества девайсов и их энергопотребления. В случае же продолжительного перерыва подачи электропитания, утилита PowerShoot на вашем ПК самостоятельно завершит работу системы с безопасным закрытием активных приложений. Спасибо за просмотр! Ссылки на текстовый обзор и актуальные цены находятся в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующем ролике. Всем пока!